В Люберцах открылся Московский областной фестиваль-конкурс исполнителей русского народного танца «Карусель Московии». Это уже 15-й по счету праздник, который объединил творческие коллективы со всего столичного региона. За выступлениями юных артистов наблюдали и мы. Сцена Люберецкого ДК сегодня принимает гостей. На одной площадке свои лучшие номера представят 42 коллектива из 19 муниципальных образований. 900 человек исполнят около 130 танцев. Танец в каждом движении – мудрость. И нет ни одного лишнего движения. Я желаю нашему жюри мудрости, а нашим участникам фестиваль-конкурс «Карусель Московии» – это праздник, который проходит раз в два года. Нынешний, 15-й, стал самым массовым по количеству участников. Каждый коллектив представит на суд жюри по три русских народных танца в разных жанрах. Это специфический очень фестиваль. Далеко не каждый коллектив имеет в своем репертуаре русские танцы, тем более вот с определенной, так сказать, с определенным заданием. И это непросто, и люди готовились, и с огромным удовольствием приехали. Так что я думаю, что пройдет фестиваль на высочайшем уровне. Соревнования проходят между воспитанниками дворцов культуры и учреждений дополнительного образования. Городской округ Люберцы представили 6 хореографических коллективов. У нас будет танец «Варенька» и «Смоленские гуляния». Они будут в последнем блоке, так как мы самые старшие из выступающих. Выбрать лучших среди такого большого количества участников – задача не из простых. Фестиваль-конкурс будет проходить 2 дня. Лауреатов и победителей наградят кубками, памятными подарками и дипломами. Луиза Игиасарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.